Овны, сегодня вам будет трудно принять решение в одиночку. Без поддержки близких людей не обойдетесь. Сильны и многогранны вы будете в домашних делах. Тельцы, звезды обещают сложности во взаимоотношениях с любимым человеком. Проблемы вырастут до огромных размеров. Придется что-то выяснять и даже делить. Близнецы, у вас порог недовольства работой достигнет апогея. Пора отдыхать, вам нужна передышка, иначе на карьере можно запросто поставить крест. Раки, день сложится замечательно, но расслабляться не стоит. Конфликтные ситуации могут происходить на почве быта и денег. В личной жизни предстоит сделать нелегкий выбор. Львы, сегодня вы будете отчаянно сражаться за то, чтобы укрепить авторитет в кругу друзей и коллег. Досадное недоразумение в процессе работы может оказать влияние на финансовую сферу. Девы, немало стрессовых ситуаций ожидается в вашей жизни. Выход один – держать себя в руках, не выпячиваться и не спорить. Полагайтесь на интуицию. Весы, вы почувствуете себя героем, наконец-то завершили крупный проект. Можно смело уходить в отпуск, только заранее планировать его не стоит. Пусть все идет своим ходом. Скорпионы. Звезды рекомендуют вам пройти тот же путь, который уже неоднократно проходили. Это касается и работы, и личной жизни. Иногда повторения дают хороший эффект. Стрельцы. В вашей жизни будет происходить немало непредсказуемых ситуаций. Некоторые моменты зафиксируйте на пленку, потом посмотрите и улыбнетесь. Козероги. У вас на ровном месте испортятся отношения с коллегой. Это вам покажется, что причины для конфликта нет. На самом деле она давно присутствовала. Замечания летели в ваш адрес постоянно. Водолей. На личном фронте у вас возможен фонтан эмоций, разочарований и даже агрессии. По натуре вы человек миролюбивый, поэтому непредвиденная ситуация выведет из себя. Рыбы. Вам удастся так настроить свои мысли, что о негативе можно забыть. Тем более, что любовная история продолжается в лучшем виде.